Привет, друзья! Долго я откладывал съемки этого объекта по причине того, что до него сложно добраться. И это неудивительно, так как он располагается в Новомосковском административном округе Москвы. Зато теперь у нас есть возможность оценить уровень выполняемых строительно-монтажных работ и этап, на котором они находятся. Перед нами находится недостроенный мост через реку Десна. 5 рядов бетонных опор, по 9 опор в каждом. По кольцам, заметным на поверхности опор, можно сделать вывод, что они поэтапно отливались на месте. Один из рядов опор частично находится в русле реки. Длина пролетов варьируется в зависимости от ландшафта. Одновременно идут строительные работы по возведению вспомогательных зданий, которые возьмут на себя роль очистных сооружений и пунктов видеонаблюдения за мостом в будущем. Какой мы с вами момент застали. Подъехали самосвалы и выгружают песок. Метрах 20 от меня рабочие обрабатывают болгаркой бетонную конструкцию, так что от резких и громких звуков, сопровождающих некоторые виды строительных работ, никуда не деться. Уже не первый раз замечаю, как, завидев в небе дрон, многие бросают перекур и начинают активно демонстрировать свои профессиональные способности. Начальник летит,
и следит за тобой. По плану количество полос в каждую сторону должно быть равно 2. Строительные работы проходят на участке создаваемой дороги, которая будет пролегать от деревни Яковлево до Варшавского шоссе. В свою очередь, этот участок является частью более крупного проекта, который представляет собой трехполосную магистраль-связку между Калужским и Варшавским шоссе. Первый участок был открыт осенью 2019 года и стелется от Калужского шоссе до деревни Яковлево. We'll be right back.
кадр также попадают дачные домики деревень Армазово и Рыбино. Открыть дорогу для движения планируется в ближайшем будущем, то есть уже в 2022 году. Рассекая деревню Алхимово на две части, дорога устремляется к Рязановскому шоссе и поселению Березки. Как можно заметить, многие последние проекты автомагистралей планируются в непосредственной близости от опор линий электропередач. На пересечении с Курским направлением Московской железной дороги продолжается строительство путепровода, который также относится к одному из инженерных сооружений строящейся дороги. Его можно увидеть на моем прошлогоднем видео, посвященном железнодорожной платформе Астафьева.
Ну а пока жильцы Алхимова страдают от грохота стройки, я прощаюсь с вами и готовлюсь к новым полетам.